Итак, всем привет! Меня зовут Денис, вы на канале Фрей Дэвис. Мы продолжаем играть в игру «Петля времени». И мы сейчас пойдем, я так понимаю, в этот комплекс. Венсдей, да, кажется, это и зовут. Короче, там Ванька, короче. Не, Иван, не, как бы так назвать тебя интересно. Веня, во, Веня. Короче, к Вене мы идем. Это она. Это та баба, которая на 10 себя же рассасывается. Что-то слишком громковато, мне кажется. На 70, вот так вот. Думаю, будет нормально. Применить, окей. А что там было? Вау. Ладно. Так, это выбрали. Здесь у нас... Что у нас здесь интересно? Что у нас... А, тут мы все выбрали, походу. Ну да. Ага, у нас вот это есть. Тут у нас увеличивает броню. И вот это есть, перемещение. Нам надо вот эти две закрепить. А чтобы закрепить, надо у нее какую-то ерунду найти и забрать. Так что сейчас пойдем это делать. Сейчас как пойдем, как сделаем. Надеюсь, не сдохнем. То это будет печально. Это получается опять на день прожить, чтобы попасть на эту бабу. Сколько у меня много всего. Смириться и вести себя хорошо. Что, неужели похоже? Больше похоже на то, что ты струсил. Даже никого важного не убил. А может, таков мой план? Позвать на помощь мамочку? Спрятаться под кровать? Нагадить в пеленке? Вовсе нет. Уж надеюсь, козел. Какая грубая, слушай, да, Эйлара. Так, а куда мне идти? Алло. Не понял. А чего у меня нету этого самого? Ну прикольно, конечно. Сама ты сволочь. О, там он, дядька. Че он исчез? Так, а где она? Алло. Ты чего? Ну вот, вот. Оно все одинаковое, ёпта. О, о. Так, а это... А, ну да, она ж там. Ой. Здорово. Ты один? Вроде один. Осторожно, я вас понял. Что? Ничего, все нормально. Никого тут нету. Никого тут нету. Осторожно, это. Да я понял. Ух ты! Раз, два, три. И здесь у нас наверху четыре. Где он есть? Он уже ушел? И назад, не вперед. А, вон чувак еще. А ну-ка, я сейчас вот так вот. Хоп! Тихонько. А и вон чувак. Сейчас, тихо. Все нормально. Так, мне надо. Угу. Ясно, понятно. О, у меня же есть умение, ёлки-палки. Так, вот это, да? Да, вот это оно. Фью. Хоп, цепанулось. Хоп. Так. Один там. Сейчас, подожди. Пил. Годится. Пил. Годится. Это я понимаю, пулемет. Пулемет, пистолет, пулемет. Так. Ага. Мне, в принципе, он не мешает, да? Но все же.
Где у нас там? ПН. А чё, Н? П был. Ух ты! Не, о, аж. А, теперь английская все стало. То было русская. Теперь английская. Что за? Все. Не, не деактивер, пусть стоит. Так. Так. Поле погибели. Ух ты, елки-палки. Достанет? Что? Что ты сказала? Где ты есть? А, вот. Тут именно все сделано, чтобы работать именно вот так вот. Вот так вот. Хопа. Тю. Ебать. Промах. Осечка. О, годит. Теперь вот так вот. Ух. Ебать, его откинуло. Кого-то время в ухо стрельнул кто-то. Так, давай по старинке, как было. Хоп-хоп-хоп. Не понимаю, сделано улучшение на дальность. Почему оно не ловит? Охренеть какой-то. Я, бля, в шоке. Так. А нас там их много. Ага, вот. А это пулемет. А где дробовик? А дробовика нету. Блин, ладно. Что, пулемета такая разбежность. А, у него, да, у него вечеринка еще. О, еще двое. А не было. Слушай, их так именно нормально под это самое. Подраставили, однако. О, еще. Ёпта, еще одна. Откуда ты тут? О, у нее что-то там было. И там вон. Ничего себе. Чё себе, ничего себе. Что это хрена? Так, главное колбу не выкинуть, блин. Не утонуть с ней. Сколько всего интересного. Ни хрена себе. Слышь, надо сохранить это. Мне и так прекрасно. Я понимаю. Везет тебе. Никого? Я ж один. Вот это херня. Что там такое? А чё оно вверх ногами? Не прощать, не забывать. Так, тихо. Так, ну шо. Где граната? Граната моя. Вот она, граната. Так, ну кто первый? Помолчи, мешаешь мне читать. Хе. Ну кто первый, да? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Фьюна. Это граната, блядь. Вот так вот. О, а можешь вот так вот. Я с тебя глаз не сведу. Продолжим бой. Не понял. Да тихонько. Тихонько не надо. Только быстро призарядился, ничего себе. О, бежит, бежит. Все нормально. О, они через низ бегут. Годится. Через низ же, да? Да, через низ бегут. А че они через низ бегут? Где еще? А вот. А это что? А это мне не надо пока. Так. А, это все время заряжается. Что оно пикает? А, это он. Сюда, сюда, сюда. Сейчас не надо. Все, да? Да, годится. Так, это вот так. Это вот так. Это вот так. Это она же?
правильно? Ну, вроде да. Ой. А если... Фу, вот так вот. Не достанет. И до кого? Хоппа. Не помню, один умирает. А, передается другому, понятно. А вот так колба, можно что колбу с собой носить, правильно? А, это они были, наверное, выделены. Ладно. Можно что колбу... Ух ты, блядь, испугался. Можно что колбу... Так сколько можно повторяться? Колбу можно. Там было взять с собой. И собирать резидиум этот. Тихонько. Никто ничего... Никто не знает, я ничего не видел. Ты что-то видела вообще? Эй, посторонним вход воспрещен. Так, а что ты тут ходишь вообще, я не понял. Три. Смертельная ловушка. Сама идея идентичности. Ага, вон еще. Если и внизу, да? Избит, да, внизу. Что из этого следует? И вверху. А я могу пройти там. Так, так. Открыть. Пошли. Главное не провалиться. О, я ж могу так вот. Не понял. А чё оно? Я ж запрыгивал тут. А, о, сюда. Оп. А что такое? Оп. Все нормально. Ага. Ага. Ух ты, ёлки, моталки, сейчас бы... О, бляха, муха. Ага. 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 Так, все тихо. Я сам не ожидал такого. Давай, давай. Так, теперь у нас осталось... Сколько у нас их осталось? Трое, наверное. Шо оно? А, это ты. Сюда иди. Сама идея идентичности очень ни к чему. Ни к чему. Никому. Ничего не надо. Эй, йо. Дай мне шоколада. Ну, не жадничай. Где патронки? Хватит мне патронов. Нахер мне эти гвозди? А, о, тут же еще и были. Тут сверху были трое. Нету? Ну ладно. А он еще. Эти переключения дурацкие. О, сейчас заметят. Кто там? Блять. Попал. Надо было хоть считать их, я не считал нихера. Так, а где она? Не понял. Не понял я сейчас. Так, вот этот самый. Опля. Стихийный двор. Шо? Где? Где находит? Где находит? Охуело ходить там, блин. Лежи. Еще кто-то есть? Нет, нет никого. Товарищ профессор. А вы знаете что? Ничего не знаю. Ох, ебать мой хэр. Простая переменная. Сейчас тихонько, открывайся. Завалить. Ебать, из дробаша. Я с тебя в шоке. Блин, да сколько вас? Я не понимаю. Ой. Давай, давай, давай. Годится. Так, давай. Беги. Беги сюда!
еще двое. Лё, как быстро он перезаряжается. Я прям в шоке. А, можно было вот так вот сделать, да? Хирякс и все, и он такой, тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Вот это я тут разорвало, мокрого места не осталось. Не, мокрое место осталось, конечно. О, еще один. У меня FPS подупал или что? Ой, нахрен я его взял. Остановись. Кого ты там будешь? А возьму-ка я тебя с собой. А где это они? А-а-а, они в другой лаборатории. Понятно. Я понял. Нет, так я не пойду, я тону там. Видишь, что-то не вижу, видишь, что-то это самое. Да, это же они, получается, внизу тут есть ход. Проход тут есть внизу. Где же его деактивировать? Давай. Есть контакт. Ач. Хуяк. А, я кинул. Эй, ладно. Их двое осталось. А тут остался этот самый. О, да, есть. А я могу собрать? А я полный буду собирать? Бросить, отпустить. Пустить. Лежит, не пропадает? Пропадет сейчас или что? Ты пропадешь? Сюда тебя можно подсоединить? Ставить. О, посиди там пока. Дайте мне патроны. А мне маловато. Все? Максимум? Что я не заметил, там максимум, кажется, был. Да. Так, осталось двое. Тут у нас... Ладно. Сирены нет, давай. Мне кажется. Я не знаю, с чего начать. О, это сейчас проверим. Сколько раз я тебе говорила, знаешь? Одной сразу две. Одной сразу две. Так, хуяк. Очень важный эксперимент. Это дробовик. А все? С другой вообще-то было больше. На секундочку. Так, а теперь взять вот эту чепухинь, да? Тонко. Ну сюда. Ладно, сейчас разберемся. А теперь мы берем и всасываем все наука, в себя. Она как пылесос. Все получается. Это место. А, ну-ка. Ладно. Значит, влезть в эту типа душевую кабину и. Кнопку нажать. Черт, ну и как я должен это сделать? Подожди. Я в тебе дырок наделаю, долбаная же ты. Стоп. А это мысль. Дырок наделать? Не, подожди, там же есть кое-что в этом самом еще. Я кое-что не взял. Тихо. Давай. Хувак. Встать в капсулу и выстрелить в кнопку. Да это понятно, молодец. Вот это что у нас? Я же знаю этот код. А, код каждый раз меняется. Все, я понял. А что это вообще такое? Это даже... Самолет будет летать или что? Так, ладно. Встать капсулу и выстрелить в кнопку. Хараси. Встать на плиту, пальнуть по кнопке. Встречай меня, научный мир! Не нравится мне это. Вот то что это такое? Это мы сейчас опять кинем, да, в другой? Это каждый раз мне надо будет сюда бегать? Ряд побочных эффектов. Охренеть! Смерть! О, я думал, я сохраню все эти самые себе свойства, все эти... А это только чисто за оружие.
Ну реально, да? Вы шутите, наверное. Я что-то сделал не так? Скромная плата за вознаграждение, сохранение снаряжения. Ну хорошо. О, я вот это еще. О, блин, надо было сначала это все поделать. Ай-яй-яй. Блин. С самого начала. Ладно. Сейчас посмотрим. Это получается, оружие должно было сохраниться. Ты тихо, не рыгай. Вон оружие лежит. Охренеть! Что, сработало? Я могу теперь собирать его? Так, он момент. Да, ты смотри, реально ведь получилось. Ну, кто тут великий ученый? Теперь мы с тобой вместе навсегда. Ну, пока петлю не разорву. Так у меня и будет такой пистолет, не понял. Как мне тебя назвать? Мистер Пушка будет слишком формально. F удерживать получается. Может, Пушер? Лапушка? Всего 750. А может... Машина? А тут где-то еще было, да? Ни к чему. Да понятно. Вот к чему. Было 17 патронов. А где еще? Где-то было тут. Релизиум, не? Наверное, тут чисто пробный, скорее всего, был. Ладно. Пухлер, пушемет, пушинатор. Пушинатор. Пуки-покер. Я как будто погрузился глубже. Ни хрена не понимаю. Я иду за тобой. Я иду за тобой. Так, где? Опля. А что, не будет записку читать, да? Как всегда. Взрывомет! Прям название слабительного. Теперь ты спасла. Да. Разборщик. Прям собираю всякое говно, блин. До этого говно не собирал. Теперь говно собираю. Данжер, ты там был уже. А там есть этот самый, я помню. Бочка. И что-то еще там, короче. Там много чего есть, в принципе. Если вот так вот пойду. А мне туда надо, да? А я хочу сюда. Что мне будет, пиздец? А я второй раз прыгать-то не могу. Тихо. Все нормально. Сейчас, где тут? Хватит мне патронов. Ага. Подожди, где-то тут был уже. Прямо сейчас хватайте оружие и
Тихонечко. Что, разве не было? Блин, а что я думал, что бочка была? Нет, то было что-то. А смысл я туда иду, правильно? Ну да. Сорян. Ой. Уи. Что-то показалось. Ой. Ой, да что ж такое? Да ладно, все нормально, я успел. Давай, давай. Ой, да что ж такое? Не Кольт. Кольт младший. Не, ну а что, звучит. Ну, вообще перебор. Кольт второй. Да, Кольт два. В квадрате. Почему я зову пушку своим именем? Ну что ты ебанашка, а не желудь. Давай, иди сюда, парень. Ну, что такое? Я выйти хотел. Сработало. Дота оказалась слабая у вас. Это очень понятно, бодрое начало. Понятно, иллюзион. Так, временный кусок, чтобы открыть баланс. Есть такое дело. С помощью кусок выберите дополнительное. Есть такое дело. На берегу Кольта находится несколько... Подожди. На берегу Кольт находит несколько объектов гостей. Поэтому вы начинаете каждую петлю с некоторым запасом релизиума. Ага. Имеется в виду, объекты это эти самые, понятно. Но это мало, чтобы нанести вашему... Так. Брелки, оружие. Многие предметы содержат результаты, чтобы его... Ой, железиум, чтобы его извлечь, нам... это понятно. Это понятно. Так, пожертвовать, вы получите доступный резиум, чтобы не сидели. Так, все. И что такое находится на берегу, понятно. Ага. Секунду, не понял. Ну это понятно. Так. А тут отдача. А, ну тут тоже самое. Ну пожертвовал. Хорошо. Окей. Такой глаз такой. Глаз неизвестности. Так, теперь оружие, да? Хорошо. Держите. А я вот этот хочу, не хочу надо. Нанести. Хорошо, ладно.
Шо, 3,5 улетели? Даже получается 4? Я им не буду работать, нахрена он мне нужен? Блять. Слитки хорошо, окей. Так, все равно больше нету. Ага, вот. Незадачно видимо для насыщения снаряжения. Да ясен. Ой, здесь можно. Что глаза слезятся, бля. Очи слезятся. Дико извиняюсь. Стилей, облик стиля, прикольно. Сменить костюм. Здесь можно изменить облик вашего персонажа. Играете за Джулиану и повышаете ранг охотника. Чтобы получить новые стили для Кольта и Джулианы, нажмите серединочку, чтобы увидеть, как персонаж выглядел. А, хорошо. Со спины, окей. Это что такое? Буря в пустыне. А ну, со спины. Такое у меня. Шлемогрыз. Чего? А, он бритый. Я думал, тут будет татушка сзади, чтоб попала, а не костюм. Может, буря в пустыне? Какая разница, все равно его не вижу, правильно? Ну, по большому-то счету. А чё у меня не сохранилось? Оружие-то сохранилось. Почему улучшение у меня не сохранилось? Как улучшать... Как улучшение сохранять, а? Тихонько. Один. Отдача. Все. Годится. Её там и так нету. Ножа. Так, погодите. Тут что-то у меня в комплексе было. Какое-то задание. Где оно? Это чё? Ой, тихонько. То что такое? Чё оно не двигается? О, комплекс. А когда оно? Сутки. Сутки мне покажите. Вот тоже комплекс. Ага, это понятно. А время, блин. А где время показано? Не пойму. Вот вечер, дебил. Так, ладно, а тут тоже вечер. О, вот тут есть день. Общее дело. Больше у нас.
Это у нас день. А у меня утро есть где-нибудь какое-то? Утренняя пора. Вот утренняя пора. Это что? Выцензурное управление колбу с чистым видом для создания брелков. О, зеленая комната. О, в принципе, это все вот здесь, да? Да. А выбрать никак, да, его нельзя? Вообще никак. Так, а у нас тут что? Подожди. Это, да? А, получается, я так понял, общее дело. Да, это просто идем мы. Так, да? Просто идем, и все, и оно запускается. Ну, так я понимаю. Ну, а это просто дополнительный. А, ну как поиск нашел и пошел. А это типа общее дело, это то, что можно реально выполнить. Это вечер, это день, общее дело. Один стол хорошо, два еще лучше. Интересно. Ну, оружие это хорошо. Оружие это всегда хорошо. Ну, давайте. А, вот они все. Задания. О, годится. Киоски вообще не знаю, как его открыть. Все правильно, да? Да, поехали. Джулиана, я накачал себе пушку, и брелоки так могу, и слитки, запросто. Да? Ну и что? Я насыщаю штуки резидуумом. Вот удивил, ВНЦ это на седьмой день придумала. А я почему не знал? Ну, память короткая. Сегодня ты все помнишь, а завтра забыл. Черт, понял. Почему тебе нравится этот остров? Да потому что он классный. А кроме него в этом мире ничего классного нет. Когда-нибудь поймешь. Пока я только понял, что сделал еще шаг к своей цели. В итоге до тебя доходит, Кольт. Вот тогда все и начинается. О. Иди в пизду. Я тебя застрелю потом. Так, киоск. Оно уже там цокает. Ебать. Погоди-ка, а ты ж... Это ж ты, да? А чё он не увеличивает? Не пойму. Или это не он? А, не, это не он. А, это вообще другая локация. То зима была. Ну да. А ты что такое? Ой. Не обосрался. А если я сделаю вот так? Меня заметят? Нет, не заметили. Ты отключаешься, не? Нет. Что у нас еще вон тип? Внутри получается, да? На, ну-ка, сейчас быстренько. Да, это внутри. Тут вот заход будет с другой стороны. Она мне велит замки вскрывать, но у меня степень по физике и прикладной математике. Часы цокают. Если бы они только приняли. Ля, он что-то.
хрена ли это взорвалось? Сука. Тихонько. Тихонько. Бля, а у меня только да, да, у меня только. А. Не надейся. Это он. Это. Тихо. Ну хоть-ка. Начинается, бля. А! Ты с хрена ли ты? Откуда ты вообще взялся, блядь? Ни хрена себе. Охуели. Да тихо. Блядь, да чё такие? Ни хрена себе. Охренеть. Потеря. Вы охуели, блядь. Потеря, блядь. Я тебя, сука, сейчас потеряю, блядь. Ты у меня мозг потеряешь, сука. Всё, блядь. Потеряли. Вашу мамашу. Это печально. Где-то я уже в такое играл, блин. Теряешь, потом хуже собираешь, блин. До следующей смерти. Где ты еще, сука, есть, блин? Валяйся вот тут. Трупешник, падла такая. Так. Блин, я думал, там, блин, покруче будет как-то. Подольше. Поживести, что ли. Вон, пуф-пуф-пуф, и все, и сдох. Так, патроны. Еще патроны. Что, у нас что появилось? Ну, не жадничай. Еще патроны. Да иди ты в жопу. Что, выкину? Хватит мне патронов. Где? Тут был где-то... Или тут не было ничего? Херня. Подожди, где-то ж было что-то интересное. Где-то... Где-то здесь. А что там, я там могу допрыгнуть? А там вообще что-то есть? Не, ничего нет. Наверное. Капец. Минус один штука. Жизнь. Кто есть? Не понял. А, вот вы здесь. Опля. 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 Нет, дробовик. О, годится. Это очень хорошо. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас кобласы. Ага, а, все, то, что я тогда провтыкал. Все, я понял. Тогда тут обязательно берем. Открыть дверь. Так. Так. Двоих сразу зафигачил? Это шо? Ни к чему. А то ел. Все, больше ничего нет. Вот она, эта колба. Соответственно, если я ее беру, они начинают сразу бежать. Я это помню прекрасно. Удерживать. Давай. Берем тебя. И там сейчас еще один есть на выходе. Сейчас я, подождите. Сейчас я поставлю сначала все. Идите вы в жопу. Я помню, как вы на меня налетели тут. Нига. Так. Сюда. Годится. И тут у меня еще один сбоку. Вот он. Так. Берем. С той стороны ставим.
Будем обороняться. О, да, детка, годится. Так. Не помню, рычаг у меня там есть. Вставлен он. Мне и так прекрасно. Ничего, что его не убрал никто. Возьмем патрончики. Сейчас не надо. Так, а теперь тут внизу должен быть еще... Ага, вот это ерунда. Тихо, 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 тихо. Чуть не это самое. О, еще один есть. О, один тогда сюда поставим. Ой. Это не то, это поле, это долбанное. Нахрен она впала вообще. Тут где-то должен быть один ходить туды-сюды. Туды-сюды. Туды. Сюды. Туды-сюды. Туды-сюды. Нету что ли? А, и там надо активировать. Я деактивирую. Не понял. Ну ладно. Прекрасно. Тут надо деактивировать. Опять не понял. Ага, ручка есть, стоит, годится. А, тут еще одна была. Тьфу ты, ну ты, ладно. А там ручка была? Эх, я их-то не увидел. А тут все завалено теперь. Блин, а тут же был... турель была эта. Теперь нет турели. Что делать? Ладно. А где этот звук? Где-то что-то есть. А, вон оно. Как его взять? Не понял. Ага. Короче, возьму на всякий случай. Это мы считали. Ручку открываем. Пошли, пошли. Бегом, 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 бегом. А, вот еще. Бегом, 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 бегом. Не промахиваемся. Эх, тут бы еще по одну поставил. Там что, вверху кто-то появился? Там же турель стояла. Вон она стоит. Не понял. Ага, видишь, нету меня. Так, ну что, проверяем связь. Алло. А, о, сейчас я еще кое-что сделаю. Сейчас, 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 надо подготовиться. А как переключить? Это у нас мина. Хиракс. И переключить. О, годится. И вот так. О, годится. Все, да? Да. Вот это чтоб открыть. Все, поехали. Побежали, побежали. Взламываем. Есть такое дело. Теперь берем пятерочку. Открываем. Побежали, 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 побежали. Ах ты, елки. Взламываем. Есть такое дело. Пятерку. Открываем. Нахуй ты вообще заработал. Вот, сука. Ебать! Ну вот кто сделал? Сука, бросок. Ох, сучий Поттер, блядь. Все, я так не играю. Ну его нахуй. В следующий раз тогда будет.
А ну закройся, блин. Вот, сука, нахуй такое делать, блин. А, ты иди в жопу. Тупорылая херня, блин. Вот если, ну, левая... Ну, понятное дело, это левая рука, правильно? Правая кнопка, это правая рука. Какой это правая рука, это правая... Это левая кнопка. Пизда. Просто пизда. А если закрыть, открыть, не? Закрыл? Такой хуяк открыл и появился. Все, ладно, хорошо. Что мы еще тут можем? Если это мы не можем, правильно? Это ж это, да? Это что? Киоск доставки. Окей. А что еще? Киоск. Это что такое? По центру управления петлёр располагается в сторону. По центру управления петлёр. А карты нет, да? Центр управления петлёй где? А, это что это центр управления петлёй, да? По центру управления петлёй находится вторая карта. Сука. Чтобы, блять, воши его. Ну как так можно было сделать? Ну вот скажите мне, пожалуйста. Ну шо там, блин? Рожаете или шо? По центру управления петлёй находится... Это что это? Электростанция. Электростанция. Это я понял. Что там? Кто за пультом, тот и главный. Блин, так обосраться, ну все так спланировал хорошо. О, сколько всего тут интересного. Интересного, чего я не понимаю. А есть тут где-то письмецо? Перейти резиде. Рычаг сильно. Хуяк. Внимание! Нет питания! Не работает. Нет питания. Хорошо. А питание у нас там, я так понимаю, да? Сломался напрочь. Вообще никакой реакции. Нихуахуа. А пробовал выключить и снова включить. Да, я вообще читаю инструкции. Сюда. Для генератора нужна батарея. Сюда. Вот так ты читаешь инструкции. Что это за генератор, если ему самому батарея нужна? Что за бред? Батарея. Ага, вот спуск. Не могу уснуть, не увидев это лицо. Ебать их, да. Много. Сам в шоке. Так, оттуда мы ничего не сделаем, да? Сейчас тогда надо попробовать. Короче, вот так вот надо попробовать. Раз. Один есть. А того я смогу снять. Блях. Тихо, тихо. Упал вниз. Заметили. Надеюсь, это не Коль. Труп. Да, труп. По факту это не смерть. Это точно не случайность. Да, это по факту не смерть, аж сказали. Что это, блядь? Что ты такой, сука, недоверчивый-то? Жалко нету, жалко, конечно, нет такой штуки. Я бы сейчас бы так... Да.
Тихо, где-то слева еще есть. Или нет? А, внизу там еще один. Ай, ёпара, сэте. Тихо, кто? А, вы вообще без пистолетов. Да что такое? В чем дело, блин? Тихонько. Все, нормально. А собрать? Не? А это же просто полностью убрать. А, полностью убрать можно. Прикольно. Тихо. У меня такая есть. Да? Да, у меня такая есть. Берем. Так, ага, сюда нужно нам вставить эту шнягу, которая там вверху. Вот тут капец эти гвозди. Открыть дверь, хоп, собрать. Годится. Ага, сюда батарею вставить можно. Поменять на вот это. Так, где там пистоль? Закройся! Ебаножка. Батарея у меня есть, батарея у меня там вверху, но их надо две. Их надо две. Их надо две. А где вторую взять? Одна. А, одна там есть вверху. Я не понял, это что, столько штук их надо зарядить? Там еще две. Ебать. Вы, блин, гоните. А где их столько взять? Ну, в принципе, я знаю, там есть. Ладно, сейчас. И там еще две. Что-то какой-то бред. Мне кажется. Где-то нас... Где-то нас наел. Надуривает. Надуривает крепко. Херакс, одна вот. Сейчас я пойду ее заряжу. Туда вот. Ух, сколько бегать, елки-моталки. Что это? Ничего. Так, открыть. Поставили. Есть такое дело. Откройся, епт. Сюда раз, кнопочку хуяк. Генератор запущен, годится. Так, первый, второй. Окей. А сколько надо? А ну сейчас вроде побежим онлайн. Сколько в принципе надо? Может, хватит? Я вообще не понимаю, нахрена я это все делаю? Ну для чего? Где? Вот. Лампочка мигает, мигает. Что еще надо? Хуяк? Давай заводись. Ну раз уж я здесь. Что-то ломается. Достаточно мощность. Хорошо, ладно. Ладно, хорошо, допустим. Назад давай. Это мне, соответственно, получается надо... Что у нас тут есть? Мне нужно, значит, другой комплекс еще сходить. Здесь ничего, тут у нас ничего. Мне надо туда. Там еще два генератора есть.
Хорошо. Хорошо. Так, побежали. Так, это у нас заряжено. Да, и не говори. Короче. Хи-хи. Что тут где-то один был, а вот он, ёбаный рот, прям перед носом что-то там смотрит, что ты там, блядь, смотришь на красная кнопка, и что теперь, а как аудио колочку, он сейчас заметит меня, слышишь, где еще есть, ой. Еба-еба. Это я за вас вашу работу делаю. Ну охуенно. Хлопцы. Ну реально. Вообще бензец. Тихонько. Тихонько не нервничай. Не нервничай тихонько. Главное... Тихо, не пердеть. Ой, тебе громко не пердеть. Главное все делать тихо. Зачем ты чашку разбил? О, годится. Что это? Ага. И ничего не надо. Ладно, пошли дальше. Тишине. Тихо, кто-то есть. Кого чисто. А что тут парень делает? А это поле это. Че я не могу доставать, блин. А все, улучшения нет. Да я в принципе не доставал. Все? Сколько? Аж слюнкой подавился. Сколько всего. Ой. Ой, вот этот прикольный. Где он? Опа. Меняем. Оп, оп, оп. Вот эта девка натанцевала, ни хрена себе. Так. Тут у нас нету больше. Незваных гостей. Ебать, да ладно, сколько вас тут нахрен? Охренеть, да это на еще одну серию, вы чё? Ладно, я сижу, наверное, скорее всего, поделю. Чего тут не поделаешь? Что там? Так, это взломано. Сюда. А, о, еще. Да, придется поделить, наверное. Слишком много. Открыть сюда, берем, пошли сюда, так, сюда, сюда, пуск. Сюда. Так, обратно, тыкаем. Берем, чтобы потом не бегать далеко, блин. Так, и тут надо где-то рядышком его положить. Вот тут, наверное, пусть лежит. О, а там эти самые, ничего себе. Ого, ни хрена себе. И походу никого нету, да? Ну да. А там можно было выйти, да, каким-то образом.
Воду нельзя, потому что я утону. Плавать он не умеет. Подожди, а где-то ж еще был, правильно? Да ж это комната. Стой, комната. Там комнаты не было вроде разу. Вот это комната, да? Та комната, которая была. Подожди, подожди. Это та. Там сверху нет. Там нет. Там это мы видим, видели ту комнату. Ну да, получается нету больше. А сколько у нас пойдет? А что у нас делать? Потом направление понятно. Вот так вот еще. О. Может хватит? Отключилось? О, как еще? А где какие-то эти самые тайны? Ага, понятно. Короче, двух генераторов нужно запустить и откроется соседняя станция. Соседняя станция хорошо. Только где эта соседняя станция? Ну, это да, это низ, понятно. Окей. Электростанция, хорошо. Киоск, отлично. И все. Больше как бы ничего нету. Ну, на секундочку. Соседняя электростанция. Соседняя, он говорит. Соседняя электростанция. А толку, блин? Ну, запустил я еще. Как бы все работает. Гудит он, крутится, вертится. Ну, давайте еще запустим. Так, это понятно. Туда нельзя, босс дох. Подожди, соседняя станция запустилась же, да? Никого? Никого. Похуй всем лучше. О, нихера себе. Шо это такое? Деревянный череп. Череп, деревяшка. Нету ничего? О. Какая моя любимая книга, песня или пьеса? Я всегда обожала пятый фортепианный концерт Мойры Кеслер. Без чего я не могла бы отправиться на Черный риф? Кроме полного набора оборудования? Полагаю, без любопытства. Наша аномалия единственная в своем роде. А мы вокруг нее образуем особый род единства. Нравится ли мне быть в центре внимания? Я об этом не задумывалась. И тебе не советую. Да ладно тебе. Так. Один, получается, взорвался. Блин, а как-то это... В любом случае, никак бы я ничего не сделал бы, просто пуф и все. Где твою налево? И второй нахер взорвался, блядь. Где-то музыка играет. Батарейка в комплекте, это понятно. О, такие, о, прикольно.
Бля, музыка реально играет. Ага, на нем сидит. Хуак. А, это фейерверк. Да, фейерверк. Ой. Взять. Может быть, запустится. Да, он на нем стоит, видишь? Хуак. Я, в принципе, не полностью сгорел. Эй. Нет. Ну ладно. Чисто так попробовать, поржать. Ну и хер с тобой. Нахуй. О, как, блин. Ладно. Я, если честно, не знаю, для чего это сделал. Но, ну, по крайней мере, записываешь. Тогда мы не будем, наверное, делать два видео, в смысле, я тогда успею отсюда ссыпаться. Там же через низ я б не вышел, да? Нет, я б не вышел потом через низ. Опля, опля. Как это я так пропустил? А шо там, не понял? Этого не видел. Тумблер. А этот тумблер. А как это работает? Ну и что? Использовать. Прикольно. Как именно использовать его? О, ничего себе, конденсаторы, транзисторы, всякие резисторы. Тут что-нибудь где-нибудь есть такое написано? Или что-нибудь прицеплено. Везде с этими, блин. Это получается, это каждая. Да, каждая открывает какую-то дверь. Везде. Это что-то знакомое, ну что-то. А-а-а, все понятно. Это катрующие замкнутые двери, которые не было. Нельзя просто открыть. Да, и открывается. Вот это я одну открыл. Вот эту. А эти закрыты. Чтобы их открыть, надо вот этот код. Код, наверное, скорее всего, написан где-то у них. Ладно. Не хотите, как хотите. Пошли, короче, отсюда. Я же все правильно нашел. Ну, как бы, в принципе. Вот это если убрать. Ну да, это отсосал ли. А вот станция это открыта для посещений. Главное, из них кольт. А вот она. Опля. Ой, чувак. О, как ты, я тебя не увидел, а? У тебя есть что-нибудь? Нету ничего. Так, а ну-ка, давай пройдем-ка посмотрим. Опля. На карантине, однако. Маленький. То есть, ком, кроме меня, это никто не видит? А я-то почему? Почему я? Кто шлет мне плевать эти сообщения? Ничего. И откуда? И когда? Тихо, тихо. Тайфина. Окей, окей. Никого. Никого. А тут 30. А чё ты, ёлки-моток, меня сбиваешь? Шо? И нахуй шептуны, алё.
слышишь? Что-то ты меня пугаешь. Причем крепко, блядь. Какой пистоль? Чем дольше ведете непрерывный огонь, тем выше кучность стрельбы. Прям как поэзия. Если было бы еще больше 40 патронов, было бы вообще прекрасно. Есть что-нибудь? Ничего. Пошёл. И сюда пришёл. Что это такое? Дверь заперта. Открыть. Пошёл. И выход нашёл. Нормально. Так, тут мне нельзя. О, там тоже мне нельзя ходить. Там вообще опасно. Нахуй. Туда я не пойду, я там тону постоянно. Да чё ты встанешь? Вот? А что, всё тут свободно можно? Так, тихо. Вот это лёд, это хорошо. Да ведь я тону. Сюда, правильно? Главное не сдохнуть. Это что? Наши мины на песке. Где? На берегу на каждом шагу. Понятно, на каждом шагу. Да, киоск доставки Гидеон. А я там был уже, или нет? Или нет? Даже киоск доставки Гидеона Фрей. Да я не туда бегу, да? Я сюда вниз, на выход. Тут чуваки. Киоск доставки Гидеона Фрей. Не понял, где они. А вон они. А там что-то есть, да? А там этот. А тут нет. Так, а если я... сейчас, погодите, соображу. Я же могу выйти с другой стороны, правильно? Просто... обойти только что снаружи. О, давай. Вот так вот. Где ты, сука, есть? Ебать! Что? Серьезно? Да, серьезно! Серьезно? Да, серьезно. Надеюсь, это не Кольт. Это Кольт. Где ты там? У меня пулемет, давай. Это, сука, есть. Есть! Годится. Раздвигать ягодицы. Все. Гей, сама ты гей. Годится. Так. Мне нужно. Что напищит? Есть-то не мина. Ого, а что это такое? Служба доставки. А я читал это все? Походу, да. Понятно. Ой. Давай, хапаем и бежим. Ну, не жадничай. Да как не жадничай, ёлки-палки. Не хватает же.
Давай. Годится. Все, я понял, что за киоск. У меня ж нету там нихера него. Нахера мне туда идти? У меня нет кода. Киоск-то я знаю, где киода-то нету. Сваливаем отсюда. Там я все нашел, пошли в жопу. Че не знаю. Открываем. Да. Выскочили из тоннеля, да? Окей, окей. Ага. Да, немного провтыкал, не успел. Ну ладно. Блин, взял, выкинул. Вот это было самое обидное. Так, ладно, на этом мы закончим на сегодня. Это у нас 7-я, кажется, серия уже. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Мы увидимся с вами. Все, всем пока. We'll be right back.